Цикл прошел, как обычно, отлично. Качалочка была хорошая, нагрузили. Команда в оптимальном состоянии, готовые бороться за свои 3 очка дома. Ждем всех на трибунах нашей замечательной Белгородской арены, что вы нас поддерживали, переживали, а мы взамен будем давать вам свои эмоции. Ребята держали концентрацию от начала до конца, в хорошем ритме играли. Надо сказать, что наш пасующий Дима Ковалев сегодня очень равномерно загружал всех игроков и меньше обычного Мухаммеда. Поэтому мы как бы еще имеем резервы. Моменты подачи игроков Белгорода было с приемом чисто, много чистых рейсов. Ну а когда Белгород выходит вперед, плюс подача, общая игра, да, нам тяжело с ним бороться. Обидно то, что отдаем игры, которой нужна борьба, в которых надо проявить где-то характер, а его, как оказывается, пока нет. Игра была на самом деле непростой, потому что в команде соперника есть хорошие игроки, но мы хорошо подавали, контролировали игру на блоке, и вообще мы сегодня в игре. Поздравить вашу команду с победой, тем более юбилейная победа, как я слышал. Ну, переиграли, сейчас я полностью Белгород, я считаю. Ну и сегодня обошлись одноминутным перерывом. Мы знаем, конечно, кадровые проблемы соперника. Вот, но нам нужны были эти 3 очка и победы. График такой, что мы выложились полностью, потому что одна игра в месяц для наших болельщиков. Декабрь тоже получается одна игра на своих зрителей. Мы будем стараться играть по максимуму, идти вперед. Главное, что мы сыграли свою игру, и это, наверное, был самый позитивный момент. Просто выходил, подавал. Не было мысли о том, что закончить, закончить игру, полетела подача, в конце, тем более, еще позволяет им рисковать, полный риск ошибиться, поэтому по максимуму рисковал. Последняя игра в Новосибирске со всеми задалась. Проиграли как-то без каких-то проблесков. Надо было важно победить сегодня. Победили. Не все идеально получалось, но главный результат мы его сделали с победой. Да, нам предстоит непростое путешествие в Новосибирск. Вообще тяжело
наших, потому что из-за разницы во времени все полностью меняется, весь распорядок, тренировки, питание, все по-другому, но мы готовы, мы полны решимости отомстить.